Ну вот теперь уж точно все главные зимние праздники позади. Новый год, Рождество и даже Старый Новый год. Все эти праздники ассоциируются не только с шумными гуляниями и дружными компаниями, но и с началом нового этапа в жизни каждого из нас. В Новый год мы загадываем самое заветное, обещаем себе начать заниматься спортом или отправиться в путешествие. Новогодний подход к составлению планов, насколько он эффективен и как мечты превратить в реальность. Все это в нашем сегодняшнем сюжете. Конечно, лучше выбрать точку отсчета. Это может быть или с понедельника, или с Нового года, или с дня рождения, или с завтрашнего дня. Но в любом случае это эффективно. Вообще все люди делают цену. 100% это 10%, которые планируют, 90% которые выполняют планы этих 10%. Вот такова жизнь, такова жизнь. И эти 10% мы их называем хозяевами жизни, лидерами. Это люди свободные, независимые, они ставят цели и заставляют 90% выполнять. Вот выбирать в какой, в 10 или в 90, это право каждого. Поэтому мы пытаемся планировать свою жизнь. Каждый строит свой план. Кому-то достаточно покупки новой одежды, а кому-то кругосветку подавай. И те, и другие цели имеют место быть. Граждане Молдовы также построили планы на 2017 и поделились ими с нашими зрителями. Грандиозные планы на этот год и стараюсь поставить, то есть не поставить цели, а достигнуть поставленной цели. И, соответственно, жду пополнения в этом году. Что буду стараться быть хорошим мужем и хорошим отцом. Работа, понятно, дом, хозяйство, любимый муж, любимая дочка. Надеюсь, что у нее все будет хорошо, и она будет счастлива в своих планах. Вот, собираюсь по фестивалям поездить. Я бардовской песней занимаюсь, поэтому думаю, что несколько фестивалей в этом году я посещу. Хочу улучшить качество своей жизни в плане, в принципе. Хочу съездить на море, как стабильно каждый год. Надеюсь, что это получится. Заняться спортом. Одно дело поставить перед собой цель, другое же ее правильное формулирование. Наш эксперт в сфере коучинга утверждает, что это бывает нелегко, но вполне реализуемо. Большинство людей, как вы сказали, хотим быть счастливыми. А что такое счастье? Напрягаться, что я хочу. Я когда спрашиваю, что больше, хочу путешествовать. Здорово! Куда? Кобелева? Затоку? Или куда-то дальше. Или, не может быть, в Болгарию. И ох ты ж, Греция. А весь мир на ладони. Есть и океаны, есть и обалденные виды морские, моря-то разные. И глубины разные, и прозрачность разная. Все разное. Вот выбрать, куда ты хочешь в этом году. Или, как обычно, все туда же. Хочу путешествовать, в горы хочу. Куда в горы? Ты даже в Цыпово не съездил. Ну, хочешь. Вот этот вопрос начинается, что планировать, что ты хочешь, не просто срок, а что ты конкретно хочешь. Цели должны быть реальными и выше уже достигнутых вершин. Планируя путешествие, отправьтесь в неизведанные края. Планируя зарабатывать больше, представьте у себя в голове конкретную цифру, удовлетворяющую ваши потребности на данном этапе. И не засоряйте голову чужими мечтаниями. Каждому счастье свое. Реализуйте собственные цели. Ставя перед собой конкретные и осуществимые цели, вы быстрее движемся к их осуществлению. Также следует научиться объективно относиться к самому себе. Например, мечтаешь ты, опять же раскоснулись, как заняться творческой деятельностью. Телевидение. Ну попробовать себя в каких-либо проектах телевизионных. Ну поснимать свое видео. Ну помонтировать, поделать, звуковой ряд, видеоряд, чисто артистическая работа, дикторская или еще. Попробуй, потестируй. Нравится тебе путешествовать? Ну, сходи ты в походы. Ну съезди ты на экскурсию, ну проведи ты что-то сделай, проанализируй, как себя чувствуешь с этой точки зрения. Нравится тебе работать в бизнесе? Попробуй пойди каким-то стажером в бизнес-фирму, пообщаться, делать договора, поконфликтовать, пожить этой жизнью, попродавать и все остальное. Попробовать и послушать себя, нравится мне это или нет. С возрастом люди начинают стремительно терять способность к мечтанию о чем-то большем, с каждым разом понижая планку. Эта проблема особенно актуальна в странах, где выход на пенсию сравнивается с вылетом из жизненной обоймы. Сергей уверен, что в первую очередь это происходит именно из-за нашей привязанности к общественному мнению. Большинство же у нас, конечно, баба дура, то есть дуба рухнула. Мужик, успокойся, езжай на фазенду и работай там, копай в огороде. А не делай то, что ты хочешь там. У творчества он решил, картины порисовать он решил. И осуждение это в большей степени социум, ну такой социум, пока у нас такой социум. Поэтому возможности меньше, но всегда начать что-то новое с чистого листа можно. Выбор ограничивается, но можно и нужно.
У целей нет срока годности или возраста. Будь вы молодым человеком, только что окончившим школу, или же пенсионером, не переставайте мечтать и ставить перед собой новые задачи. Ведь именно они нам жить помогают и придают нашему существованию значение.